Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта военноедело.ком. Комитет солдатских матерей уволил своего председателя. Заместитель председателя Комитета солдатских матерей Андрей Курочкин рассказал о решении организации отстранить от руководства председателя Флёру Салиховскую из-за данной ею оценки инцидента с расстрелом Рамилем Шамсутдиновым сослуживцев. Курочкин заявил, что в комитете не согласились с заявлениями Салиховской об отсутствии в российской армии дедовщины и причинах расстрела Рамилем Шамсутдиновым своих 8 сослуживцев, которые, по ее мнению, связаны с компьютерными играми и интернетом. Напомним, что речь идет о ЧП, которое произошло 25 октября в военной части Забайкальского края во время смены караула. Солдат-срочник Шамсутдинов открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, в результате чего были убиты 2 офицера и 6 солдат. Еще 2 солдат получили ранения различной степени тяжести. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.ком.